Да, плей. Дуда плей. Так, подожди. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Где ты там плачешь? Так, это мы потушим. Где ты, гад? Подожди, алло. А, вон он сверху, подожди. Блин, я тебя не вытягиваю. Ладно, сейчас, подожди. Сейчас затянусь, подожди. Давай, подлети, подлети поближе. Опа. Давай, давай, давай. Ай, ё-моё. А, да я чуть не успеваю, что ли? Ах, да ё-моё. Оооо, все, он меня зафигачил, ладно. Эх, гастик ты, гастик, ладно. Так, что у нас дома тут происходит? Ничего интересного. Так, сейчас я посмотрю, у меня здесь еще эти жители, значит, да, появились. Так, жители, где вы у меня здесь? Так. А ну подожди, яички надо собирать, яички. Так. Хорошо. И у нас еще дерево. Так. Ничего не хотите торговать со мной, да? Так, и сейчас возьмем косточку, сделаем муку. И попробуем, чтобы дерево выросло. Замечательно. Хорошо. И у меня здесь появилась вот эта вот штука. А, незерит называется. Сейчас мы здесь красивенько подстроим. Вот так. Как-нибудь так. В принципе, мне не жалко, мне этого материала много. Я еще могу ватс какие-то там еще добыть. Так, ну, немножечко наш скайблок мы сейчас отстроим, чтобы побольше было. Так. Ну, вот так. В принципе, нормально. Так, друзья, подождите, я еще здесь делаю красиво. Вот так. Так, ну и еще, я думаю, здесь. Так, у нас материала этого, в принципе. Ага, много. Я хотел сказать много, мне уже хочется. Так, собираем яички обязательно. Берем яйца и попробуем сейчас. Может вылупиться курочка? Нет, не получилось. Хотя здесь, смотри, малыши откуда-то появились. Интересно. Так, друзья, торговать не хотите, да? Ладно. Так, где у меня топор? Топор. Где-то был. А, вот же он у меня топорчик. Подожди. Сейчас мы добудем немножко древесины. Так. Отлично. И вот еще, я смотрю, здесь тоже веточка. Все. Все отлично. Так, и немножечко мы вас добудем. Вот это все. Во. Опа, сломалась сразу. Ладно, ничего страшного. Так, где? У нас еще дерево, сажено с дуба есть. Я его посажу куда-нибудь, в принципе, здесь. Хотя у меня здесь что-то растет. А где дерево? У меня здесь было же дерево, да? Помнишь, было дерево? А ну, подожди, сейчас возьмем вот эту штуку. Опа, выросло что-то. Так, смотри, так выросло сильно, что я не подкопаюсь. А, нет, в принципе, все. Подкопаюсь. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре штучки, мало. Очень мало. Так, ладно. Наступила ночь. Так, зомбаки бегают. Так, хорошо, здесь что? А, скелетик, вот, смотри, вижу. Так, вот здесь наверху я не вижу, что происходит. Кто там, что там? А, это звезды сидят. Так, ладно. Раз, два, три, четыре. Четыре раза, хорошо. Так, а здесь никого нету, что ли? Так, а здесь... Не пропасть есть, нормально все. Так. Тут никто не прячется, слушай, а? Никого нет. Так, ну и тут пусто.
Так, ладно, быстренько спускаемся, сейчас посмотрим. А, нет, он, смотри, зомбак один идет. Один зомбак идет. Ну ладно, мы сейчас его быстренько. Раз. Давай, иди туда в пропасть. Пали. А, все, убежал. Упал. Так, у меня здесь, в принципе, один только этот самый, как его, вонючий крипер. Сейчас я быстренько посплю, просыпаюсь, и, да, они загораются. Ой, как нифига там много, и там еще крипер есть, вонючка, мы его сейчас попробуем подстрелить. Так, не знаю. Есть. Еще один раз. Есть. Два раза. О, это мне нужно. Так, а здесь что делать? Сейчас мы это немножко убираем. Канитель. Так. Уголь мне вообще очень нужен. Так. Аккуратненько. Так, и сделать, сейчас сделаем вот так вот. Опа. О, нифига себе, смотри, сколько у меня всяких штук много. Косточка, стрела, стрела мне нужна, еще кость. А здесь есть кто-нибудь? Кто-нибудь здесь умер, нет? Нет, никого нету. Так, ну ладно. Так, ладно, быстренько сейчас отправляемся. Отправляемся домой. Так, слушай, знаешь, что я сделаю? Я немножечко здесь вот так вот сделаю, красиво, чтобы было. Дорожку. Так. Дорожку здесь сделаем. Так, ну и... А, смотри, там еще что-то лежит. Сейчас я быстренько туда дойду. Там что-то лежит интересно. Так, сейчас мы сюда дорожку делаем. Так, такое чувство, как будто кто-то кричит. А где эти звуки? Непонятно. Ты же слышишь, да? А, вон наверху, подожди, алло. Так, мне нужно лестницу сделать. Так, а у меня уже древесины. Ну ладно. Да, мы не доберемся, слушай, никак. Ого! Ого-го! Ого-го! Ого-го-го-го-го! Крипирок! Крипирок, дружище! Вот так. И еще сделаем вот так. Вот так, отлично. Увеличим здесь. Тропинку нашу. Так, и я думаю, можно паучка этого убить. Так, все, он сейчас бежит за мной. И мы его сейчас здесь добудем немножечко какого-нибудь веревочки. Все, взяли. Так, здесь красиво. Так, сделали. Так, здесь у нас дырочка. Мы ее сейчас чем-нибудь закроем. А, нечем, да, нечем, ладно. А нет, хотя вот что есть у нас. У нас вот такая штука есть. Вот так. Все отлично. Так, крипер, пожалуйста, не беги за мной. О, нет. Гад, бежит. Так, ладно, сейчас мы сюда забежим. Так, все, он остановился. А вот еще мясо подберем сейчас, мясо. Так, ну и здесь немножечко это все расширим. Так, это мне не нужно. Так, никого там нет. Вот так. Вот так, хорошо. И здесь еще можно так сделать. Закрыть немножечко сейчас, подожди. А, все кончилось. Ну ладно. О, яички. Так, собираем. Привет, ты не хочешь с ним дружить? Так, а ты где спать собираешься или что?
Так, собираем яйца. И попробуем немножечко. А, ничего не уродилось, да? Хотя я могу его выкинуть аж прям туда. Сейчас посмотрим. Нет, нормально все. Ну что ж. Посмотрим, сколько у нас тут осталось еще эти глаза поставить. Так, осталось у нас, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оков нужно будет. Ладно. В следующей серии мы будем добывать оки эти. Глазки. Ну что ж, ну а сегодня даже все заканчиваем. Так что ждите новую серию. Всем пока-пока. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.